В Уральске стартовал чемпионат страны среди юношей по гандболу. Ребята 2012 года рождения со всего Казахстана в течение следующих 5 дней будут выяснять, кто самый сильный. Все подробности далее. Гандбол в последнее время становится среди казахстанцев все популярнее. Особенно отрадно, что этот вид спорта привлекает молодежь. В Уральске чемпионат страны по гандболу не проходил уже 30 лет, и вот спустя время состязания по этому виду спорта вновь на земле Приуралья. На последнем турнире в Павлодаре наша команда сумела занять 2-е место, вот и на текущем первенстве сквад западного региона в числе фаворитов. Правила в гандболе бесхитростные. В команде 6 игроков и вратарь. От каждого требуется ловкость и смелость. Наша область нацелена на победу в турнире. Мы хорошо к нему подготовились и стремимся стать чемпионами. От нашей области на турнире участвуют сразу 3 коллектива. Приехали и команды из других областей страны. Победить хочет каждый, поэтому поединки проходят в неуступчивой борьбе, а игроки демонстрируют волю к победе. Например, в виктории своей команды уверен Султан Нурлыбек. Парень приехал на чемпионат из Восточно-Казахстанской области. Ливерпул среднедавний. Я играю на левом фланге защиты. В игре важно иметь связь с другими игроками, поскольку в основе основ лежат постоянные передачи друг другу. На них строится игра. Наша команда отлично подготовилась. У нас хороший настрой, и я уверен, что именно мы сможем победить. Стоит отметить, что в розыгрыше участвуют ребята 2012 года рождения. Чемпионат продлится в течение следующих 5 дней. Алексей Кочемасов, Алтынбек Тынышкалиев, Алихан Исказиев, Акжаик Акпарат.